карт челябинцев сняли 150 тысяч рублей. Деньги пропали после поездок в трамваях и троллейбусах. Причем у некоторых горожан средства списывали по нескольку раз. У меня не раз такое было. Сижу дома, приходит СМС. Оплата в транспорте 20 рублей. Через какое-то время еще 2 СМС подряд. Вечером опять начались списания. Похоже, муж теперь не сможет пользоваться банковской картой. Деньги с карт у челябинцев пропали из-за сбоя в системе. У некоторых горожан за один проезд средства сняли 90 раз. То есть по нашим подсчетам, что это где-то у кого-то было 500 рублей списано, у кого-то 1000. То есть мы считаем, что это где-то около 150-200 человек пострадали. Все деньги, которые были списаны у пассажиров в эти дни, они будут возвращены в полном объеме. Сейчас мы прорабатываем все моменты со Сбербанком. Деньги пассажирам вернут. Их зачислят обратно на карту. В мэрии обещали, что средства поступят на счет до середины следующей недели. А также пояснили, деньги с транспортных карт автоматически перенесут на следующий месяц, если человек не совершал ни одной поездки в апреле.